четверг в Самарской области пасмурно, пройдет дождь. 18-20 тепла днем, ночью 15-17 выше 0. Ветер усилится, западный 8-10, порывы до 23 метров в секунду. В Сызрани облачно, дождь, днем плюс 20, ночью 15 выше 0. Западный ветер, скорость 10 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, дождь, днем плюс 17, ночью плюс 16 градусов, ветер западный 9 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь, плюс 18 в дневное время, ночью плюс 16. Ветер западный 8-10 метров в секунду, атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%, температура воды в реке Волга 18 градусов, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.